скорость падает, ошибки появляются. В общем, это не тот безоговорочный претендент главный на новую стройку. Ой, как красиво! Реализовано большинство! Томаш Капецкий, приветствуем бывшему клубу, передал и сегодня голы у Чикаго, ну просто для подборки лучших голов недели, как минимум. В большинстве. Ну, Леш, второе большинство, вторая заброшенная шайба. Причем это не какой-то такой классический скрин, да, в конек попала шайба. То есть, конечно, он закрывал видимость Хауэрда, но Хауэрд видел момент броска, но это даже был не бросок. Это нацеленная передача Боланда, который второй бал зарабатывает. Так же, как и Данкан Кит. Также. 2-1. Да, не зря Капецкий мы отметили в начале второго периода, когда вы самых активных игроков.